Что? Так, ничего страшного. Так потому что он мог бы убить его. Чёрт, да тут всё горит! Я его взорвал, типа. Я слышал на старом аэродроме. Это наш! Блин, я только. Он спасся, я ушел. Блин, не та. Зря бомбу такую потратил, вот. Я так. Предай придура. Тебе за канал, что ты как не свой? Добрый самаритянин. Это человек, блин, мы добрые. Не сама доброта. Во, опять. Паструй, ну к паструй. Потом... Мы же это делали. А? Нет, разве это мы не делали? Там пастырь какое-то еще задание. Mm. Чем ты им не сыскать? А каких мы пар стали лидерами? Чего, я ж тебе сколько раз стрелял? А, все. Они ответят за твои грехи. Ты можешь присоединиться. Ведь это ты обрекла их. Они сейчас война будет на нас. Не будет. Будет. Мы можем просто. Ну, типа нам надо, по идее, Full Send. Мы можем вообще обезвать Full Send. А, то есть. А, ну вот. Нет, на прям Full Send надо прям прийти mm-hmm. и зайти в церковь. Все, давай. Вон задание, я пометил. Нет сигнала, а вот все. Мне нравится тут не поехать. Там человечек, блин, ладно, все можно. Ты говори, когда человечек есть. Дай, ты, я пока скажу, мы уже уеду. А вздох. Да? Угу. Ты придешь со мной? Приду. Ну я вижу, дроп разлетается. О, силосная башня. Я думал, уже не долетит. А ты что, место есть какое-то? А чё, у нас места не помечено. Вот это грохот! Ты ударил... А, мы же, кажется, тут осиное гнездо было. О, это у меня, да, была миссия. Я не знаю, что она. А, силосные башни, еще две где-то. Нам еще ехать и ехать везде. В Болгарии не помещают силосные башни. Мы же их все равно идем. Люди? Нету. Обычные. Там, по-моему, хочешь... Тормози, там, тормози, тормози, тормози. Я вижу два уже. А, пума освобождена? А, это человек. А, нет, пума есть. Можно пуму. Да блин, не успел! Уже в пути.
проиграл. Где они? Восток у меня. Ты пящика взял, что ли? Я не могу пока снайпера взять. Не-не, а. Я просто всем помечаю, странно. Сейчас я припас ну, прогемойный. Да сейчас он развернется, я тоже не успею. Ты или я? Не я, я даже не стрелял. А, значит я. Ты слишком рано просто начал стрелять. Снайпера, ладно, ты их нет, а потом второго начал убивать. Не, он был развернулся, заметил снайпера дохлого. Молодец, помощник. Лемщики собирали металлолом, чтобы укрепить свои бункеры. А идея это хорошая. Да, самое прикольное то, что он сейчас этот сидит там пол сайдинги в заложниках. Э, а где тут Амбутон? Перед тем, как самолет упал, мы слышали сигнал бедствия. Похоже, на борту было что-то ценное. Нам лучше добраться до места крушения раньше Эдемщиков. Что-то все, больше ничего не понял. Тут Клач Никсон есть, прям рядом. Нет, тут карты, что-нибудь должны быть. Я есть, есть тут слева мне. Все вижу. А, вот клатчник. А что он тут забыл? А это... Ну, это просто... Ну, это, типа, какой-то крутой человек. Мы должны его трюки повторять. Гонки там, не знаю. Гонки только есть, насколько я понимаю. Есть, сам, на самолетах надо проезжать. Вот это вот тоже сложно. Что, все готово? Да. Можно было и с ними, в принципе, что они. 19 июня 1964-го. Клатч Никсон, величайший каскадер Америки... И долети до финиша, значит, полет. Это лед. Лед? Это полет какой-то. Ай, блин. Ой, да. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Я заметил! А я-то что? Короче, по всей... А нет, со мной, ладно. Стреляй! Ты погодя бы повернул. Так меня крылом вверх не задело.
Не, надо как-то сделать на мышку. Нельзя? А я говорю, вода вот сложная. Да, не, я, по-моему, это, кстати, не прошел. Блин, да ты... просто ты... Второй раз на том же дереве, по-моему. Я слишком далеко от напарника. Вернитесь! И как я по... Тебя вставай нельзя. Ой, блин. Я не чувствую самолет, особенно левую часть... Ой, правую часть. Так ты лети прямо по точкам заданным. Я летел прям ровно в середину. Спасибо. Да жив. Ладно, хорошо. Да блин. Лети дальше, лети. А. Хрен там. Так потому что меня прям вниз забило и все в камень. Прям слишком меня сильно забил. Давай, я вот очень медленно сейчас буду стараться ее. Да я вообще-то то же самое делаю. Я не... А, нет, завёл. Успеешь? Нет. Ну я торможу вообще. Лети, лети, всё. Я успевать не буду никак. Yeah. Нет, вот мы не успели. Так а нафиг ты тормозил до этого же время? А как я тебе, по-твоему, тебя не собью и ты... Даже если далеко от тебя отлечу вообще все. Это нормально сейчас было, я нормально в порядке был. Так я уже там тогда и ускорялся на максимум. Ты тогда не ускорялся еще, когда я за тобой летел. Да ёбрус ты! Твоя нелюбимая мне. Ускоряйся, по-моему. Нет, я и так на максимум, я не отпускаю пробел вообще. Я не зрел. Задел. Это я точно не задел. Ну кого? А чё я не лечу-то? Если что, я за тобой лечу. В этот раз повезло.
Блин, это еще не конец. О, это конец, последняя точка. Нет, ты не последняя. Как так? Да и ты... Ты прошел? Ты взрываешься, все. Эй! Дебильное дерево. Я тоже не могу это смотреть. Я разобьюсь, пожалуйста. Я тихо. Ты за мной летишь? Да. А куда все время-то уходит тогда? Нет, типа время, вот ты как забираешь, сразу время прибавляется. И точка исчезает. Все. Черт! Я не пролечу. Самое сложное вообще. А я не задел? Задел. Нет. Недолго. Смотреть.